Как добавить второе окошко, чтобы превьюшка, с которой рисовать, не попадала в кадр при записи таймлапса в дальнейшем? Я смахиваю вот так вот снизу, вытаскиваю меню, нажимаю здесь фото и зажимаю. И вот так его сюда затаскиваю. И у меня попадает сюда вкладка фото, где я могу ее выбрать. Могу ее перетащить направо, налево, куда угодно, сюда. Открываю здесь ту картинку, которую хочу рисовать. У меня получается два окна. То есть вот они рядышком. Одно про Create и одно фоточка. Дальше, чтобы нарисовать эту картинку, я возьму черный цвет, быстрый скетч и зайду в холст, направляющее рисование. Дальше выбираю правка направляющее рисование. Смотрю на картинку. Мне нужно выбрать эту перспективу в одну точку схода. Поэтому я выбираю здесь внизу перспектива. Выбираю, где будет эта точка. Смотрю на фотки, где она. Она где-то вот здесь, то есть практически по серединке. И нажимаю. Вот у меня получилась точка схода. Дальше выбираю здесь автоматизированное рисование. Нажимаю «Готово». Еще раз холст, автоматизированное рисование, и мне нужны лучи. Автоматизированное включено. Дальше начинаем строить. Смотрим по композиции. Все линии у нас будут сразу автоматически рисоваться по перспективе. В точку схода. Тащу крышу. Замыкаем, тащу дальше ее, стена, низ, бассейн, слева стена бассейна, высота стены в точку, повыше можно немного, дальше сам бассейн, очерчиваем, дальше горизонт с газонами. И саму крышу еще здесь можно получше чуть-чуть прорисовать. Теперь окна, цоколь, балочки там какие-то и окошки. Автоматизированное рисование рисует линии, которые уходят в перспективу, либо вертикальные, либо горизонтальные. Дальше, чтобы изменить размер холста, захожу в действие холст, обрезка изменения размера. И можно здесь чуть-чуть поменять композицию, то есть на фотографии больше размера по вертикали, то есть более вертикальная картинка у меня более горизонтальная. Поэтому я сейчас делаю ее более вертикальной, можно менять размеры, как в фотошопе. Нажимаю «Готово». Он обрезает лишнее, и появилась другая композиция. По новой композиции я могу дорисовать сюда борта бассейна. Могу дорисовать здесь глубину откоса окна. Толщину рамы. Не забываем о таких вроде мелочах. Толщину тут небольшого цоколя, отмосточки. Дальше можно автоматизированное рисование будет выключить. Добавим еще сюда глубину бассейна слегка. И туда вот пошла как бы вниз глубина. Теперь я захожу в слой. Нажимаю на слой и выбираю отключить ассистент рисования. И дальше уже буду рисовать всю там зеленюшку, которая у нас тут выступает. Так, там будут пальмы. Пальмы. Тут зелень. Будем использовать дополнительные всякие кисточки. Опять можно включить ассистент. Здесь бортик бассейна добавить. Опять зайти ассистент, отключить. Дальше здесь у нас идет небольшой фонтанчик, из которого идет вода. У фонтанчика стоит девушка. Девушка, плечи, руки. Так и она стоит в воде.
тут отражение, тут также отражение, отражение. Все, теперь делаем новый слой плюсиком, подтаскиваем его под слой с построением, берем кисточку Copic Marker и начинаем делать заливку. Берем цвет воды, такой красивый бирюзовый, побольше размер кисти, и начинаем делать заливку воды. Поярче цвет. Добавляем вертикальные мазки и потемнее горизонтальные. Дальше песочный цвет отмостки, плитки. Дальше красивый сочный желто-зеленый цвет зелени. Добавляем. Стена у нас тоже бежеватого цвета. Первую заливку делаем и небольшое отражение этой стены в воде. Отражение зелени также в воде, вертикальное. Цвет неба слегка голубоватый. Добавляем. Дальше. Цвет крыши. Деревяшки, рамы. Цвет самого дома. Чуть более серый. Цвет окон голубоватый. Добавили. Цвет плитки поспокойнее, потемнее вот здесь. Так, бассейн тоже сюда белый, кипельно-белый. И добавляем блики. Фонтаны. И на пальмы воспользуемся кисточками с пальмами. Возьмем такой сероватый, зеленый, желто-зеленый, сероватый, приглушенный цвет. И вот эти пальмы сюда добавим вот этими волшебными кисточками. И туда они тоже уходят, можно более сочный. Сюда другие